Это 6-й фестиваль Global Soap Mania, и сегодня мы в Нижнем Новгороде. Погода ветреная, но солнечная, настроение классное. У нас заявлено более 60 участников предзаписи. Многие люди подходят без предварительной регистрации, и кажется, сегодня будет очень классная гонка. Фестивалей Global Soap Mania является популяризация сапа. Мы знаем, мы верим, что сап — это не только спорт, но это очень классное досуговое развлечение для всей семьи. Эмоции море. Участвовал в двух заездах на 900 метров с двумя поворотами, левый и правый. Занял, я не помню, наверное, 6-е место, плюс-минус, неважно, главное дело эмоции. И немножко отдохнули и поехали на 4,5 километра. Я думаю, сегодня все было на уровне, то есть и безопасность, и все как бы заезды, то есть все у нас прошло благополучно, и все было здорово. Спасибо организаторам за такое мероприятие, спасибо участникам, спасибо всем, кто сегодня был с нами.